Всем привет! Сегодня воскресенье, и традиционно мы едем куда-нибудь за пределы Москвы. Сегодня мы выбрали Переславль Залесский и... Подожди, он Переславль. 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 Там нет буквы А, Нет. Я. Вот туда мы и едем. Вот мы приехали в Переславль-Залесский. Это небольшой городок, население 40 тысяч человек. Пойдемте подойдем ближе к церкви. Это Спасо-Преображенский собор, построен в XII веке. Сегодня это символ города. Ну и, конечно, Рома. Рома любит сниматься. Видите табличку? Построен в 1157 году. Охраняется государством. Посмотрите, какие красивые ворота. Правда, сейчас здесь закрыто, замок, но красиво. Здесь неподалеку в 1220 году родился Александр Невский. Это очень важная фигура в российской истории. Почитайте про него. Зайдем в небольшое местное кафе. Здесь подают вкусные пельмени и блинчики. Сейчас я вам покажу. Вот интерьер. Здесь немного места, но очень уютно. По телевизору уже показывают новогодние мультфильмы. Это сказка «12 месяцев» Маршака. Это пельмени домашние. Здесь соус из помидоров с чесноком. И Рома тоже, конечно, взял пельмени, только со сметаной. Это мои любимые блинчики. Их запекают под соусом прямо в этой сковородке. Это невероятно вкусно. А само кафе называется Монпансье. Ва! Монпансье. Вот. Сам город не очень интересный. Все старое, разрушенное. Много грязи, мусора. Но я люблю приезжать сюда. Летом здесь очень красиво. А это Плещеево озеро. Сейчас оно покрыто льдом, потому что зима сейчас. Оно огромное. Летом оно даже похоже на море. Вон там, кстати, еще вода не замерзла. Видите? Дорогой друг, остановись!
Присядь и отдохни немного. Посмотри вокруг, как красиво. Задумайся о том, как живешь. Проверь правильность своих слов и поступков. И потом иди с Богом в свой путь. Ну что, так я и сделала, присела, подумала о своей жизни вот рядом с озером. Ну и на этом, пожалуй, все. Такое получилось небольшое путешествие. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал о России и русском языке. И надеюсь увидеть вас в следующем видео. Пока-пока!